Приветствую! В этом видео фигурное катание. Тренеру московской школы грозит до 7 лет заключения за инцидент с коллегой. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Несколько дней назад произошел инцидент, связанный с тренером по фигурному катанию Денисом Егоровым, бывшим фигуристом, выступавшим в танцах на льду вместе с Юлией Головиной. Ныне наставник занимается постановкой прыжков, скольжения и вращений. Как спортсмен он достиг немалых высот, становился призером этапов гран-при на юниорском уровне, а также занимал 6-е место уже на взрослом чемпионате мира. Инцидент произошел в минувшую пятницу. Известно, что тренер встретился со своими коллегами на улице для обсуждения деталей дальнейшей работы. При этом у мужчины с собой был сигнальный пистолет. Также вероятно, что тренер был нетрезв. Наставник направил оружие сначала на одну женщину, та отмахнулась. Затем наставил ствол на ее коллегу и выстрелил в упор. Женщина сильно пострадала. Денису Егорову уже предъявлено обвинение в хулиганстве. Тренеру грозит до 7 лет реального тюремного срока. Мужчина был напуган, и уже известно, что он сам явился в отделение полиции с повинной для дачи показаний. По его версии, он не знал, что оружие было заряжено, просто хотел пошутить. Открылись новые обстоятельства дела. Стало известно, что Денис Егоров уже ранее был судим по статье 262 Уголовного кодекса РФ. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Это, безусловно, отягчающее обстоятельство, и теперь Денису Егорову вполне грозит реальный тюремный срок.